Здравствуйте, не знаю, как слышно, ветрище, капец, как дует. Поехали с Вороном прокатиться. Вернулись вот на такое место. Все, что осталось от березок. Все кругом в ветках. Вкусные орехи. Вот такая вот березина сломана. Зацепилась, наверное, в рогах. И вот березина, но это он не смог, наверное, сломать. Вся изодрана. Вот он рогами. На вытянутую руку я достаю. Последние цепану. Вот так вот тут. Да, Ворон? Красавчик. Так-то я сюда заехал не потому, что увидел березки, а посмотреть когти деревины. Когда-то здесь был ток. Прямо вот именно вот на вот этом месте. Вот это был шалаш. Это стул уже приготовленный тут сидеть. Не знаю. Особых признаков здесь не видать. Вроде как тетерева. Ну, сейчас похожу в округе, посмотрю. Еду забрать фотоловушку. Опять она пропала у меня из зоны действия дня два или три. И еще ножик попытаться найти. Ножик я однажды потерял в прошлом году. Может быть, получится его отыскать. Потерял я, вернее, два ножика. Один прямо очень жалко. Он из рюкзака выпал. Завернутый в мешок. Он у меня лет 15 был, даже больше. Один ножик. Советский складишок. Прошлый год я потерял. Он у меня сезон пробовал. Мне его тоже жалко. Без ножа, как без рук. Ну ладно. Из всех признаков пока я вижу, что тут лось. Можно, конечно, построить и скрадок восстановить. И дождаться, когда этот зверь придет. Можно все-таки тетерева подождать. Ладно, едем дальше. Всем здравствуйте. Время 19:27. Пасутся уже вовсю. Поле здоровенное. Вон туда, в общем, еще залез. 5 или 6 штук ходит. Коза. Не был здесь ни разу, но, по крайней мере, нынче. Так, вот там рогатый ходит. Где-то тетерева атакуют. И вот тут ближе всего ко мне, метров 150. В общем, вон стоит коза, по-моему, тоже спалила меня.
ветра вообще нет, тишина. Ворон травку ест. Вот еще два или три там их. В общем, интересно у меня бы посмотреть там на рогачей. Но похоже, они сейчас убегут и всех спугнут. Ладно, попробую выйти. В общем, вышел на край поля. Там коза была. С сигалетками. С двумя они убежали. Так, это тоже коза. И это коза. Уже такие наполовину выленившие. Так, дальше поле осматриваем. Вон под дальним краем. Не понять, кто. Лес. Кстати, вот за два дня распустился практически уже. Так, где же зверь-то? Так, вот он, зверь. Так, коза. Крайнего права не могу разглядеть, вроде с рогами. Который в центре точно с рогами. Ага, крайний правый тоже с рогами. Так, вон там еще один, два, три, четыре, пять. 8, 9, 10, 11. В общем, с косулей-то напряженка. Где-то тетерева там чувыркают, блин, сидят. Не вижу где. Мы с вороном дальше. Дальше должно быть интереснее. В общем, такое количество косулина с вороном не оставило в покое. Дали мы кружок в другую сторону, на другое поле. В общем, скажу, да, цифры на примерно 25 километров пути, 43 насчитанных. Заехал я на Солонец еще на один поглядеть. Здесь тоже была раз завезена, по-моему, или два. Пень вот выглядит, что тут точно кто-то что-то делал. Но судя по шерсти козлячья, вот так у нас длинная у козла шерсть. Сантиметров до 10, зимы холодные. В общем, пенек выглядит вот так вот. Сюда был камень вложенный, филуцен, и немного насыпано. Пенечек, ничего почти от него, вот так распинали. Ну а здесь то ли как мокло, кора сгрызено. Вот к какому, в общем, выводу с вороном пришли. Надо ехать сюда еще раз, хоть и далеко, но нужно
количество животных впечатляет. Ну, а так вот этот. В общем, самое-то интересное, для какой цели еду. Надеюсь, ждет впереди. Солнце как раз садится. Солнце как раз садится. Два пальца правее солнца. И погнали. Да, ворон? Еле нашел, кстати, вот это место. Кругами ездил, уже развернулся, поехал в другую сторону. Потом думаю, нет, что-то похожее. Дерево большое. Подъехало точно оно. А мне казалось тогда, как он примерно до того молодничка, мне приходилось пешком идти. А коня я привязывал где-то здесь же. Да, красавчик мой? Ну а мы сейчас с вороном дорогу ищем, найти не можем. Как тут не заблудишься? Так вот, поля все заросли молодняком. Только вглубь заеду. Вообще ориентиров нету, никакого высокого леса не видно. Ездим, ездим. Вот сейчас выехали на один край. Не то. Такие кусты точно нам не нужны. Сейчас краешком проедем. И дальше. Хорошо на коне. Не пешком. Пешком бы я уже, наверное, ночлег себе готовил ночевать. Это вот признаки кабана. Это такие частые. Это километров около 15 примерно до дома должно быть. Если не дальше. Если мы вообще не на границу района своего уехали. Ну ладно, едем дальше.